ребят, не обращайте внимания, просто я-то... Типа, я пытался снимать с Фрапса, и у меня, короче, тупан забагался как сейчас. Поэтому вы начало не увидите и не удивляйтесь, то, что я играю в первую фазу. Просто я решил вспомнить, как я думаю. Понятно. Hey, Mr. Freeman. I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about 20 minutes ago, and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. They were having some problems down in the test chamber, too, but I think that's all straightened out. They told me... Я, кстати, знаю, вот про эту фишку. My God, hey, what are you doing? Come on, Gordon. You're trying to get me into trouble? Get away from there, Freeman. I'm expecting an important message. Отстань. Все, вроде зашел, да? О, все. Нет. It's good to see you. А нет, там не сюда. Big day today, Freeman. Да, кстати, кто не знает, нам надо идти вот сюда вниз. Дальше иди сюда. Потом мы проходим через это и. Я немного проебался, ведь я пришел не туда. Да, Хани? Hey, catch me later, I'll buy you a beer. Я забыл, нам надо идти в эту сторону. Итак, кстати, перед тем, как идти, лучше надо понажимать его вот сюда вот. My God, what are you doing? Типа, испортим настроение и больше ничего не будет. I hope those containment parameters are still nominal. You'll just have to wait until after the test. Why do we all have to wear these ridiculous ties? Why do we all have to wear these ridiculous ties? Вот этот момент я помню, здесь вроде есть лестница. Я говорю, я как смотрел из ютубчика, вот так вот делают. Не так делают, а вот. Вот говорю вот так. Нет, да ну. This is the and now Gordon Duck Bed. Так то лучше. Вот и все, все развалилось к фигам собачьим, почему мы должны отсюда сбегать. Кстати, кто не знал, если тут подождать, то вот эта хрень качнется, так что подождать. Все, подождали. Gordon, man am I glad to see you. What the hell are these things? Why are they wearing science team uniforms? Хорошо. Нам нужно оружие, поэтому мы убиваем охранника. Спасибо, охранник. Да, кстати, здесь у нас сломана, да, вот эта вот фигня, и здесь у нас хэдкраб. Кто не знал, кстати, об этом лайк. А, вот как, тут ты. Все. Я об этом только... Здорово вообще, ты упадешь, да? Вот, спасибо. No, stay
попал, короче, открывается. Да, здесь у нас две первые проблемы, но мы их тупо... Как вы поняли, я хотел сказать, мы их тупо пропускаем. Здесь я поднимаю воду. Нам не надо тратить патроны, сегодня у нас без патронов. Здесь она открывается проход, и тут зомби. Зомби легкий, так что мы можем так даже поубивать. О том, что я говорю, что они легкие, забудьте. Они очень тяжелые. Сейчас вам, наверное, попробую показать, как быстро пролететь вот этот лифт. Сейчас вам покажу, как быстро пролететь этот лифт. Сейчас вам покажу, как пролететь этот лифт. Сейчас, подождите. Вот. Здесь мы, короче, хилимся сразу. Когда вы захилились, вы должны пройти не очень. Здесь вот там тоже монстры. Что ты будешь делать? Видимо, убивать жаль. Мои слова были ложны. Чёрт! Ладно, снова показываю, как тут пролететь. Да, здорово, Чили. Да. Но тут нельзя успеть полететь, так как я не умею слезать. Поэтому мы снова умираем. Я снова упал. Странно, но это уже прохожу 5 раз, у меня вылетает на одном и том же месте. Это потому что я не убиваю вартигонтов. Поэтому нам придется убить всех вартигонтов. Этого зомби пропускаем. Этих вартиготов мы убиваем. И только теперь убиваем вартигонтов, зомби. В ту секретку мы не идем, потому что у меня там вылетает. Hey, извини. Мы просто перепрыгнем через эти мины, потому что... Я хотел сказать то, что, типа... Я хотел сказать то, что они любят гранаты кидать.